Всем здравствуйте, спасибо, что зашли ко мне в гости. Сегодняшнее видео, я думаю, будет очень интересным и тем более актуальным для парфюмерных любителей, родившихся в мае-июне месяце и которые по знаку гороскопа, собственно-то, являются близнецами. Да-да, сегодня мы будем вместе с вами рассматривать вот такой вот парфюмерный набор, созданный специально для людей, которые родились под знаком близнеца. И тут у меня версия для нее, то есть это женский парфюмерный набор. И я думаю, что многие из вас уже узнали по этой уникальной, очень красивой и изящной парфюмерной коробочке, что это не что иное, как очередной аромабокс из интернет-магазина парфюмерии и косметики «Рандеву». Да-да, на «Рандеву» появилась эксклюзивная зодиакальная подборка, в которой каждый из вас сможет выбрать свой собственный аромабокс по своему знаку зодиака. И такие аромабоксы всегда очень выгодно приобретать в интернет-магазине «Рандеву» в период скидок и разнообразных распродаж. Как и сейчас, в июне на «Рандеву» опять началась грандиозная летняя распродажа, летний сейл со скидками до -50%. К тому же вы можете воспользоваться любым блогерским промокодом. Практически у всех блогеров есть свой персональный промокод. В том числе и у меня опять появился новый промокод – на скидку -10%, который будет суммироваться со всеми скидками и акциями на сайте. Только обращайте, пожалуйста, внимание, что промокод применяется при покупке от 2500 рублей. Так что спешите порадовать себя, своих друзей, родных и близких вот таким вот замечательным подарком. И я не преминула, используя свой собственный промокод, который я вам оставлю в описании под видео и даже, наверное, закреплю в названии данного видео, чтобы вам было удобнее копировать и вставлять на сайте «Рандеву» при совершении ваших замечательных покупок. Приобрела себе вот такой замечательный аромабокс, собственно-то, по своему знаку зодиака, по своему гороскопу, близнецы для нее. Коробочка просто великолепная, набор шикарный. Мало того, из всей этой парфюмерной подборки в моей ароматной коллекции имеется только один флакончик, который здесь, собственно, тут представлен. Полноразмерный, я имею в виду, о чем я вам расскажу чуть позже. А сейчас давайте приступим к изучению этих замечательных ароматов, потому что, ну, мне кажется, ни с одним из них, кроме одного, я ранее не была знакома. Это же такой изумительно выгодный способ познакомиться сразу с 8 ароматами в таких вот мини-флакончиках по 1,5 мл очень дорогостоящих ароматов. Каждый флакон, каждого из них, я думаю, стоит гораздо больше, чем 20 тысяч. А у меня здесь за небольшую сумму 8 шикарных ароматов, с которыми сейчас мы с вами и будем знакомиться. Первым в этой подборочке будет аромат от знаменитого бренда Байреда, и парфюмерная композиция называется Young Rose. Это новинка. Ну что, давайте знакомиться. Все эти мини-флакончики с распылителем, что очень удобно для использования. Кстати, вот такой мини-флакончик очень удобно положить в сумочку, потому что он вообще не занимает места. Итак, Young Rose, да? Молодая роза, юная роза. Как это переводится точно? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что я слышу? А я слышу, что это, знаете, очень свежий аромат, не лишенный определенной перчинки. Да, уже в стартовых нотах я слышу вот такой вот, знаете, такой ух, щекочущий нос, черный перец. Черный перец в обрамлении розы и еще, наверное, каких-то специй по определению на древесной подложке. А с какими-то небольшими пудровыми вкраплениями, пудровыми акцентами. Это очень легкий для Байреда, да, это странно. Достаточно свежий, но при этом теплый и пряный аромат. Вот такая вот метаморфоза. Его можно носить, видимо, как и в зимнее время года, но если этот пробничек доживет у меня до зимы, в чем я сомневаюсь. Хотя, может быть, и доживет при всей моей
своей огромной коллекции парфюмерии, мы потом с вами посмотрим, потому что перчик здесь по определению теплый, но ноты ириса, каких-то цитрусов, на подложке воздушного, вот такого вот характерного для многих парфюмерных композиций амброксана, делает его достаточно свежим. Кстати, звучит очень красиво, дорого, породисто, но при этом я думаю, что этот аромат будет как вот такая вот незримая вуаль, которая будет окутывать вас, потому что он не резкий, не громкий, не очень яркий, очень деликатный и интеллигентный. Из этого я могу сделать вывод, что парфюмерная композиция Young Rose by Redom замечательно подойдет на повседневку и, и в офис. Не будет раздражать, не будет отвлекать. Такой довольно-таки сдержанный аромат. Ну что, первый аромат из этой подборки близнецы, которая создана для моего знака зодиака, мне очень понравился и зашел. Думаю, что буду часто им пользоваться, а как дневным ароматом на каждый день. Классный! А второй аромат в этой подборке очень известный, но доселе мною неизведанный. Сейчас мы с ним как раз и познакомимся. Это не что иное, как бренд Creed. И аромат называется Aventus for Her. Ну что, наносим. Я думаю, что это должна быть шикарная парфюмерная композиция, потому что стоимость большого флакона ого-го какая. О, интересно, со стартовых нот пахнет не так дорого, как бы мне хотелось. Но потом, в конце этого видео, мы с вами подождем раскрытия каждого аромата. Я скажу окончательное мнение, когда аромат уже подраскроется, о каждом из них. С первых стартовых нот это такое что-то свежее, цитрусовое, при этом достаточно объемное, свежефруктовое, такое вот мускусное облако. По определению оно мускусно-цветочное, и пока что из этих вот самых стартовых первых нот такого облака свежести цветочной можно вычленить действительно, знаете, какие-то вот такие вот абстрактные цветы сирени на пудровой подложке. Но вот сейчас аромат начинает играть, к нему приобщаются другие ноты, которые входят в состав, ну, я думаю, достаточно обширной парфюмерной композиции. И здесь я уже начинаю слышать черную смородину, которая схожа для меня по звучанию, знаете, с черной смородиной, которая входит в аромат Armani C. Да, здесь вот такая вот аналогичная нота, только она более пряная, на какой-то такой тоже абстрактно парфюмерной персиковой подложке с небольшой пудровостью фиалки. Вот он раскрывается, начинает играть. Так интересно следить за развитием аромата и какие ноты в нем начинают проступать, потому что же это нишевая, очень дорогая парфюмерная композиция, и она действительно не будет такой прямолинейной, как казалось на старте. Итак, здесь уже начинает хорошо проявляться такая породистая, благородная, такая вот немножечко терпко-землистая нотка пачули, которая будет задавать, наверное, основной фон звучания этой парфюмерной композиции. Какие-то фруктовые оттенки, возможно, что-то здесь слышно от зеленого яблока, которым сейчас вот эта самая сирень, она очень хорошо завуалируется, да, другими нотами. Сначала я почувствовала мускус, сначала я почувствовала только сирень и облако воздушной свежести. Сейчас эта свежесть смягчается, хотя аромат до сих пор остается таким достаточно свежим, летним. Вообще, по его раскрытию, знаете, мне кажется, что он подойдет не только для женщин, но и для мужчин. Непонятно, да, что придает здесь вот такой вот легкой брутальности. Оно звучит очень, он вот так вот солидно, да. Думаю, для возраста он подойдет от 30 лет, это точно. Это не какой-то там фруктовый цветочный компотик. Это достаточно вот такой вот солидный аромат, при этом он свежий, он цитрусовый, фруктовый, слегка пудровый и, конечно же, цветочный. Ну, пусть блоттер немножечко полежит, подраскроется, потому что сейчас он мне начинает чуть-чуть одеколонить. Вот, вот та самая одеколонистая нотка и создает во мне такое впечатление схожести парфюма с чем-то таким мужским. Ну, давайте посмотрим, что с ним будет дальше, а пока перейдем
к следующей парфюмерной композиции. А, третий аромат есть в моей парфюмерной коллекции в полноразмерном флаконе. И купила я его от того, что аромат очень и очень понравился, собственно-то, моему супругу. И он сказал, несмотря на цену, покупай. Я хочу ощущать от тебя этот аромат. Смотрите, это новинка от бренда Eccentric Molecules. И называется она Eccentric Molecules 01 плюс Ирис. Вот он мой полноразмерный флакончик. Чуть не облилась им, потому что я его так обожаю. Но у нас же еще с вами ждет столько всего интересного. Давайте знакомиться с теми ароматами после этого, которые еще не изведаны. Ну, а для тех, кто не знает, как пахнет молекула 01 плюс Ирис, либо сомневается, покупать его, либо нет, я вам скажу так. Да, конечно же, покупать, если вы любите сливочные, цветочные, собственно-то, пудровые ароматы на шикарной сексуальной подложке молекулы Изои Супер. Да, это аромат действительно. Про что он? Про сливочный, пудровый, очень красивые ирисы и свежесть и сексуальность молекулы Изои Супер. Ну вот ни больше, ни меньше. А все, знаете, гениальное просто. Так и происходит с этим ароматом. Он очень утонченный, женственный, нежный, воздушный, сверхмегашлейфовый и, конечно же, однозначно замечается мужчинами и комплиментится ими. Кстати, на него мне и женщины тоже делали комплименты. Шикарный, женственный, повседневный, всепогодный парфюм молекула 01 плюс Ирис Eccentric Molecules. Обожаю. А смотрите, какая у нас тут красота под номером 4. Это же новинка. Это, по-моему, вообще такое вот эксклюзивное, лимитированное издание от бренда Ex Nihilo. Очень хотела с ним познакомиться. Думаю, и вам будет также интересно узнать, по крайней мере, чем мне он пахнет. Потому что, как показывает практика, большинству моих зрителей и подписчиков мое мнение сходно. То есть они воспринимают ароматы примерно точно так же, как и я. Ex Nihilo Fleur Narcotic Blossom. Ну, Ex Nihilo, давай удиви нас. Всем же интересно, как пахнет столь дорогой аромат. Да, это лимитка. Ну, если это точно лимитка, это не точно. Мне так кажется, стоит, ну, мне кажется, в полтора раза дороже, чем флагман Ex Nihilo Fleur Narcotic. Что же здесь слышно? А вот знаете, да, действительно, ну, иначе не могло быть. Этот аромат похож на своего, как это говорится, отца, да, прародителя. Ex Nihilo Fleur Narcotic. Здесь чувствуется все та же металлическая, и мною тоже так воспринимается нотка личи совместно с пионами. Но здесь звучание и акцент аромата немножечко по-другому расставлены. Знаете, кажется мне, что он звучит немножечко мягче. Вот эта металлическая нотка отодвинута немножечко на задний план. Но зато этот аромат очень полюбится тем, кто предпочитает в ароматах хорошо слышать нотку апельсинового цвета, который здесь уже буквально со стартовых нот очень хорошо слышен. А так это парфюмерная композиция сладко-свежая, по определению цветочно-фруктовая. Аромат так и продолжает оставаться, как и классический Fleur Narcotic, очень ярким. Я думаю, что он будет очень стойким. И вот так, как я его слышу относительно других парфюмерных композиций, которые мы до этого с вами исследовали, должен быть очень и очень шлейфовым. Здесь ярко слышны цитрусы, здесь ярко слышны такие сладковатые, немножечко ядовитые пионы. Все как и должно быть. Конечно же, те самые личи, конечно же, та самая металлическая, немножечко такая мускусная пионовая нотка. Но вот сейчас мне кажется, что версия Blossom, она более фруктовая, более мягкая. И, конечно же, в дополнение цветка апельсинового цвета. Звучит чуть-чуть иначе, но, в принципе, я думаю, что в шлейфе его сложно будет отличить от всего того же, Ex Nihilo Fleur Narcotic классического. А так этот аромат мне нравится.
пятый аромат в этой подборочке. Посмотрите, какой шикарный градиентный флакончик. Это произведение от нишевого бренда Juliette Hexagone. И парфюм называется Vanilla Vibes. И при всей любви своей к ароматом Juliette Hexagone я по какой-то причине этот аромат обходила стороной. Не было у меня случая с ним познакомиться, ну не знаю, по какой-то своей парфюмерной интуиции. И вот сейчас, благодаря этому замечательному аромабоксу, мы вместе с ним познакомимся. А я, кстати, более чем уверена, что многие из вас уже давным-давно знакомы с этой парфюмерной композицией, поэтому давайте вместе с вами сравним наши ощущения. Итак, что это, да? Это, опять же, достаточно громкий, особенно для бренда Juliette Hexagone Parfum. Он по определению соленый, ванильный, сладкий. Конечно же, он сладкий. Тут сразу же слышится соль, ваниль, сладость. Сладость вот эта вся такая тропическая, характерна для определенной линейки ароматов с такой направленностью. Но здесь вот, знаете, я слышу, что присутствует какая-то небольшая бальзамичность. Соль, ваниль. Что-то такое знакомое отдаленно, которое, опять же, я могла услышать в некоторых других парфюмерных композициях, собственно-то, других брендов. Знаете, какая-то такая вот сладковатая, бархатистая цветочность. Не иначе как, что это орхидея. И все это на подложке сандаловых нот. Сандал здесь, знаете, такой не как огуречный рассол, но и воспринимается, как такая немножечко древесно-сливочная вуаль. И небольшой ореховости в парфюме, я чувствую, придают не иначе как бобы танка. Но вот знаете, стала бы я носить сама этот аромат на каждый день? Скорее всего, нет. Правильно, что я не приобретала вслепую полноразмерный флакончик. Ну, как обычно, моя парфюмерная интуиция меня не подвела. Но, в принципе, аромат интересный. Очень много похожих на него. В том числе Reveal, Calvin Klein. Ну, практически одно и то же, да? Тому, кому нравится терракота, Герлен, бронзовая богиня, Estée Lauder, вот всем вам советую познакомиться тогда с Vanilla Vibes от бренда Juliette Hexagone. Буду его носить летом, буду его носить, наверное, раз, может быть, два в месяц. Ну, собственно-то, это аромат выходного дня, пляжного отдыха, какого-то там, знаете, загорания на курорте. А вот по таким случаям, в принципе, повышающий настроение горячий, теплый, ванильно-соленый морской парфюм. Тоже ничего. А шестой экземпляр в этой подборочке -то будет уже поинтереснее. Это относительная новинка от бренда Kilian, и парфюм называется Roses of Ice. С Roses on Ice мне очень интересно познакомиться, потому что это такой противоречивый аромат, который кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то не нравится. Я прочитала тем, кто здесь слышит нотку свежего огурца. Вот знаете, издалека я уже тоже слышу такую характерную нотку, которая многими воспринимается как свеженарезанный огурчик. Но это, знаете, как бывает, один сказал, и все начинают такое чувствовать в аромате. На самом деле, так в парфюмерии на композиции, я думаю, играет пудровая вот такая вот фиалочка. И вот издалека еще к носу я не подносила. Это, наверное, будет очень шлейфовый парфюм. Мне вот эти первые самые стартовые флюиды аромата Kilian Roses on Ice напоминают флюиды аромата, знаете, какого? Reflection Homage. Знаете, такая хвойная, немножечко такая хвойная фиалочка. Хвоя – это иголочки, например, ели, сосны. Что у нас еще? Хвойная можжевельничка. А вот попробуйте, будете с оказией летом в лесу отдыхать среди сосен. Разотрите вот эти вот замечательные иголочки хвойных пород в пальчиках, и вы почувствуете точно такой же аромат, который сейчас чувствую я. И это вот все на подложке пудровых фиалочек. Все это сдобрено вот так вот щедро лаймом, как будто бы на цветы фиалок пудровые вот такие вот.
и раздавленную, размятую между пальчиками хвою выдавили разрезанный напополам лимончик. И тут же рядом вазочку поставили такую свежесрезанную малюсенькую, не огромную, вот такую жирную, а малюсенькую розочку. Чувствуется мускусность, свежесть в парфюмерной композиции и, конечно же, чувствуется такая древесная, немножечко сливочная составляющая, из чего я могу сделать вывод, что здесь подложка, опять же, сандаловая, такая вот кремово-сандаловая нотка, которая придает, собственно-то, легкой теплинке этому по сущности озоновому, свежему, чуть-чуть пряному, розному и мускусному парфюму. Подойдет для любителей свежих розных мускусных ароматов. И для тех, кто не слышит, а вот в такой вот фиалочке, как Reflection, точно не знаю, есть здесь фиалочка или нет, но просто я так слышу, рассказываю, что вам слышу. А если вы знакомы с ароматом Reflection от бренда Amouage, то Roses on Ice от бренда Kilian по определению тоже вам понравится. Предпоследний парфюм в этой подборочке, то есть по счету 7-й, это тоже бестселлер, один из бестселлеров марки Вильгельм Парфюмерии, и аромат называется Dior Polly, дорогая Polly. Многие из вас, особенно те, кто живут в больших городах, 100% уже знакомы с этим ароматом. В нашем городе эта марка пока не представлена, поэтому давайте я вам расскажу про свои ощущения. Итак, дорогая Polly, чем пахнет? Издалека пахнет, знаете, так сладковато, немножечко ягодно. Да, и сблизи это очень приятный, сладковатый, сладко-свежий аромат, в нотах которого я слышу крепко заваренный черный чай. А на подложке каких-то фруктовых нот. Это, знаете, аромат, который мне напоминает о осени. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот у вас есть такое восприятие этой парфюмерной композиции? Возможно, если у вас есть флакончик или тоже какой-нибудь сэмпл, перенюхайте его. Это для меня аромат прохладной осени, когда я нахожусь на даче, например, да, листья уже опали, но запаха опавших листьев здесь никаких нет, я вам просто рассказываю про свою ассоциацию. И вот мы сидим в теплом доме, завариваем крепкий именно черный чай, а рядышком лежит вазочка, в которой засушенные с лета собственного, так скажем, производства собственных яблонь, яблочки. Черный чай, вот эти вот цукаты, возможно, да, либо сушеные яблочки. И все это на подложке теплых древесных нот. Сладко-свежий, терпкий, более сладкий, чем свежий аромат. Пряный и, конечно же, фруктовый. Пряность и терпкость здесь достигается за счет ощущения крепко, буквально до черноты, заваренного хорошего качества черного чая. А фруктовость, собственно-то, вот такими вот сладкими, высушенными на горячем солнце яблочками. Буду этот аромат с огромным удовольствием носить в прохладное время. Вот он мне очень понравился. И завершает эту замечательную подборочку новинка прошлого года, то есть 2021 года выпуска, от нишевого бренда Zarka Parfum, и аромат называется «Квантовая молекула». Квантум молекула. Zarka Parfum. С ним я тоже не была ранее знакома. Мне очень интересно с ним познакомиться. Это очень тонкий, свежий, молекулярный аромат, который с самого первого нанесения созвучен мне, например, знаете, с чем? Ноте Парфам, Джульет Хазаган. Но только здесь больше яркости, больше пряности, а соответственно-то здесь можно услышать гораздо больше нот. В стартовых нотах
Здесь хорошо слышны бергамотовые оттенки и мандариновые, то есть цитрусовые. И знаете, этот парфюм буквально с первых стартовых нот мне напоминает мужской, хотя предназначен он как для мужчин, так и для женщин. Очень хорошо здесь слышны цветы апельсина. Не знаю, есть они тут либо нет, но я их по определению слышу. Такая вот, знаете, медовая терпкость цветов апельсина, совместно с немножечко брутальными в данном исполнении пачули. Что-то такое сладкое, гурманское. Опять же, пряное, да? Но мне кажется, что... Я читала пирамидку, я интересовалась этим ароматом, но не как явность, но если знать, то здесь можно услышать, собственно-то, и черный шоколад. Шоколад не белый, шоколад не молочный, он именно черный, он именно горький, он действительно такой пряный, но не сладкий. Напоминает шоколад с перцем. Кто-нибудь ел из вас такое, да? И все равно вот такой вот легкой сладости здесь абсолютно легкой на фоне общей пряности и цитрусовости придает нотка ванили, а на подложке опять же таких вот сандаловых древесных нот. Что здесь еще хорошо можно услышать? Хопа, ну вот сейчас я уловила. Это такую пачульную розочку. То есть характерное сочетание для многих парфюмерных композиций розы и пачули. Пока этот аромат мной воспринимается как абсолютный унисекс, который подойдет для ношения как мужчинами, так и женщинами. Но на данном этапе раскрытия парфюмерная композиция, мне кажется, все-таки более в мужскую сторону. Итак, мы с вами быстренько познакомились, составили самое первое впечатление про аромабокс зодиакальный близнецы, который я приобрела себе, собственно-то, поразвлекаться к дню рождения. Хотела снять этот обзор чуть попозже, но в комментариях меня уже попросили поскорее снять свое мнение. Мнение про набор очень положительное. Подойдет этот набор, естественно, тем, кто перешел уже на более высшую ступень, кто уже перерос бюджетные ароматы, кто уже перерастает и начинает интересоваться нишевой парфюмерией, кто перерастает, собственно-то, люкс. Но я думаю, те, кто перерос бюджетную парфюмерию, они так же, как и я, интересуются в равной степени как люксом, так и нишей. К сожалению, в люксе сейчас мало что интересного выпускается, да? Чтобы потешить наши обонятельные рецепторы, вот в нише можно найти много чего интересного. Что порадовало, вся вот эта парфюмерная подборка составлена очень грамотно. Ароматы здесь такие разносторонние. Здесь есть и свежий, и цветочный, и озоновый, и теплые пряные, и древесные, и сладкие ароматы, собственно-то, да, вот такие вот, но при этом со своей изюминкой. И соленостью, как Джульет Хазеган Ванилла Вайбс. И самое главное, что все парфюмы здесь в этой подборке являются абсолютно носибельными. И сейчас, когда прошло определенное время, давайте послушаем все эти парфюмерные композиции, опять же, по-быстренькому в базе, да, изменили они свое звучание в базе или нет. И первый аромат, с которым мы с вами знакомились, это Young Rose от бренда Byredo. Чем же он пахнет спустя несколько часов, да, после нанесения? А пахнет этот аромат уже немножечко по-другому, абсолютно женственно. Он пахнет вот такой вот утонченно, мускусный, немножечко фруктовый, розочкой. И понравится парфюмерная композиция тем, кто любит аромат Делина, Парфамс де Марли, кто любит аромат Last in Paradise от Экс-Нихило, да? Экс-Нихило. Как вам будет удобнее, да? В общем, в базе здесь вот такая вот мускусная, фруктовая, личевая, да, ну вот так вот раскрывается, независимо от того, есть ноты такие, либо нет в этом аромате. Для меня, поэтому, кому нравится такое направление, Делина, да, Парфюмс де Марли, и то, что я озвучила, пожалуйста, обратите внимание. Такой девичий, свежий, розно-мускусный, фруктовый парфюм. Буду носить с огромным удовольствием. Второе у нас что? Критавентус Форхио. Надеюсь, вам будет видно. Вот он вот здесь. Критавентус Форхио. Первые ноты меня не впечатлили, но давайте
Посмотрим, что стало с этим ароматом ближе к базе. Аромат сделался, знаете, таким более глубоким. Здесь очень хорошо доминирует пачульная подложка. Пачульная подложка на фоне розы. И на фоне, опять же, черной смородины, которая так характерна для ароматов Armani Си. Особенно в Armani Си Intense вот такая черная смородина, немножечко с листочками, такая сладкая, ликерная, была очень хорошо слышна. Также все здесь немножечко освежает яблочко, но не немножечко, а множечко, потому что аромат по определению он все-таки свежий, да? Свежий, мне кажется, летом жарким он подойдет, собственно, на вечер. Летом он может придушить. Слышен он хорошо. Перчик еще тут вот какой-то я слышу, да? Очень интересно. Пачулисто-фруктовая, вот такая грамотно собранная, дорого звучащая, обещающая быть стойкой и шлейфовой парфюмерная композиция. Такая вот, мне кажется, на более прохладное время года, а летом на вечер. Следующий у нас что с вами? Ну, это тот аромат, с которым я знакома вдоль и поперек. Это у нас Eccentric Molecules 01 плюс Iris. Обожаю. Тоже стойкий, шлейфовый, такой вот кремовый, немножечко с зеленцой, аромат уходового средства на основе пудрового ириса. Ну, прям вот такой вот жирненький крем, при этом достаточно свежий, при этом он еще и обладает небольшой сладостью, вот такой вот цветочный, свежесладкий, цветочный, шикарный парфюм на каждый день. Это я сейчас говорила про Molecules, Eccentric Molecules 01, плюс Iris. Что у нас? Ex Nihilo, Fleur Narcotique, Blossom. Давайте посмотрим, что тут такое, да? Что тут такое? Здесь слышна вся та же, да, вот эта характерная база Fleur Narcotique, но... Цветы нероли апельсинового цвета на данном этапе исчезли. Аромат звучит мягко, фруктово. Я думаю, что отличается он от флагмана тем, что является более мягким, не таким пронзительным, вот этой своей пионистой, немножечко ядовитой ноткой. Нотка пионистости вот этой ядовитой здесь немножечко поуменьшена. Но так, в принципе, да, ну, 99,9% схожести с классическим Ex Nihilo Fleur Narcotique. Следующее у нас Juliet Has a Gun Vanilla Vibes. Кстати, немножечко смягчился этот аромат, соленость, древесность, буйство вот этой вот такой ванильной солености немножечко успокоилось. Аромат стал более мягким, более кремовым, стал напоминать какой-то... ну, такое дорогое, да, средство от загара, для загара. Ну, в общем, как у меня было такое отношение к этому аромату, что это аромат пляжного отдыха, аромат отпуска. Либо, если вы никуда не поехали в отпуск, то доставлять себе отпускное такое настроение, собственно-то, дома. Приятный. Вот в базе он стал более ванильный, более такой мягко-древесный. Соленые нотки немножечко отступили на задний план. Достаточно мягкий, приятный парфюм. Буду им пользоваться с удовольствием. Еще у нас что? Здесь интереснее кого? Kilian Roses on Ice. Где он тут? Ну, я надеюсь, вы все же видите, да? А вот в таком вот интересном флакончике, который похож на что? На граненый стаканчик. Чем он мне пахнет? Вот он мне так и пахнет, как Reflection от бренда Amash. Пахнет такой вот пудровый, немножечко кисленькой фиалочкой в хвоинках. Да, хвоинка здесь очень хорошо ощущается. Это по определению парфюм, мне кажется, как для мужчин, так и для женщин, потому что вот этот вот эффект растертой хвои между пальцами создает такой определенный одеколонистый эффект. Но аромат при этом очень освежающий, цветочный, свежепряно такой теплый. И, конечно же, вот такой вот он озоновый. Не дать не взять, и этого у него не отнять. Ну, в общем, пользоваться буду, потому что Reflection от Amash у меня был. Я им с удовольствием пользовалась, но ничего нового. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кому также напоминает Reflection Amash, вот этот аромат Kilian Roses on Ice. Следующий у нас Вильгельм Парфюмерии, вот этот с желтой крышечкой, дорогая Полли, Диар Полли.
парфюмерная вода. Вот этот мне очень нравится. Еще раз напомню вам, что у меня как было мнение такое и осталось, что этот аромат я буду носить, скорее всего, в начале осени, наверное, в сентябре. Он очень уютный, он очень домашний, он абсолютно лишен какой-либо сексуальности, но при этом наделен определенной романтичностью. Да, такой романтичный, когда вы с любимым человеком где-нибудь, знаете, бывает же палаточный отдых где-то в доме отдыха. О, сейчас кто-нибудь едет в дом отдыха, либо на турбазу, да, заварили себе в электрокружке. Помните, такие были, да? Прям вот такой вот густой-густой черный чай и сладкий, причем густой чай. Вы его так очень хорошо посластили и пьете этот чай в прикуску с сушеными, высушенными на солнце яблочками. Да, очень красивый, пряный, немножечко бальзамический. Но вот несмотря на то, как я его описала, многим может не понравиться. Такое слегка романтичное и при этом немножечко простое, упрощенное для такого шедевра парфюмерии описание. Аромат буду носить с огромным удовольствием. Он мне понравился, да. Но вот такой вот аромат поездки куда-то на природу с любимым человеком. Тогда захочется так пахнуть. И последнее это у нас что? Это у нас такой вот Zarka Parfum Quantum Molecula Eau de Parfum 2021 года выпуска. Одеколонит мне квантовая молекула, но в этом и ничего удивительного нет, потому что это парфюм, предназначенный, собственно, как для мужчин и для женщин. И вот эта вот вся вот такая вот брутальная одеколонистость будет очень хорошо смотреться и на женщине, естественно, потому что здесь не только одни брутальные ноты, но здесь есть также и фруктовые, и цветочные аспекты. Но, думаю, на мужчине, на молодом он будет смотреться лучше. Отдам-ка я в машину этот сэмплик своему сыну, да? Это такой цитрусово-пачулистый, древесный, теплый и пряный аромат. Я думаю, что некоторым девушкам и женщинам он понравится, кто любит, собственно, такое направление. А может быть, время сейчас не то для этой ароматной композиции. Возможно, она лучше раскроется и зазвучит в прохладное время года. Такой, да, цитрусово-пачульный. Довольно-таки брутальный аромат, но молодому мужчине и мужчине даже постарше можно приобретать этот аромат как абсолютно носибельный, интересный, немножечко такой мыльный, да, без всякого опасения. Ну что ж, мои хорошие, я думаю, что вам было интересно такое увлекательное путешествие в мир парфюмерии вместе со мной и аромабоксом «Близнецы для нее» от интернет-магазина парфюмерии и косметики «Рандеву». А на этом я уже буду завершать это видео. Спасибо, друзья, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, остаетесь со мной, несмотря ни на что. Я вам говорю пока-пока, всех целую и до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся!